В центральной мечети аула Псыж прошел республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана», организованный Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии. В нем приняли участие более 50 человек, победители районных и городских конкурсов. Важно отметить, что три победителя стали обладателями путевок в хадж от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Каждый из участников старался передать ту величественную красоту священного писания мусульман. Проведение подобных конкурсов в республике стало уже доброй традицией. В этом году религиозное состязание посвящено памяти первого ректора Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Исмаила Хаджи Бастанова. Открывая республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана», председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев отметил важность изучения Корана и умению правильно его читать и понимать его смысл. Это праздник для мусульман, когда собираются, читают Коран, и лучшего из них награждают призами. Обычно у нас приз бывает тем людям, которые победили, это поездка в хадж. После Исмаил Хаджи Бердиев наградил имама Карачаевска Ахмада Хаджи Урусова медалью Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии за заслуги перед Уммой Республики. Участники состязались в 5 возрастных категориях. Также были представлены чтецы в номинации «Профессионалы», которые являются выпускниками или студентами религиозных образовательных учреждений. Победу сможет одержать только тот, кто хорошо знает технику чтения священного Корана и соблюдает правила таджвида, отметили организаторы республиканского конкурса. Это конкурс очень такой полезен в том смысле, что пророк Мухаммад алейхиссалям сказал: «Хайрукум ман тагаллама аль-Куран ва 'аллямаху». Лучшие из вас те, которые научились Корану и обучили им других. И самое лучшее деяние, которое человек, верующий человек, может сделать, это то, что он может научиться Корану и научить его другим. Людей. А мы все прекрасно знаем, что Коран – это добро, и Коран призывает к добру. И в этом огромное благо для тех, которые обучаются, и тех, которые обучают. Фейсал Тамбиев занимается изучением Корана с ранних лет. В этом году 10-летний мальчик целенаправленно серьезно готовился, чтобы одержать победу в этом конкурсе. Старания Фейсала оправдались. Готовился каждый день к этому конкурсу, прям усердно. Это важно, потому что Коран – это священная книга Аллаха, которую он создал, не спасал нам. И ее очень интересно читать, очень усердно надо читать его. Представители старшего поколения также демонстрировали навыки грамотного чтения Корана. Отрадно видеть, что как и старшие, так и молодые принимают участие в этом состязании, так как для каждого верующего мусульманина Коран должен занимать особую роль в их жизни. На мой взгляд, такие состязания по чтению Корана очень нужны, потому что здесь участники стараются подготовиться, а без подготовки тут, конечно, занять какое-то призовое место, это будет очень сложно. Поэтому кто готовится, тот уже занимается серьезно, изучает таджвид. В итоге обладателями путевок в хадж от главы республики Рашида Тимрезова стали чтецы Малик Тамбиев, Азамат Караев и Ислам Байрамуков. А другие призеры были отмечены ценными призами. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район.